Здравствуйте, уважаемые телезрители. В сегодняшнем выпуске программы «Наша республика. Главная тема» речь пойдет о культуре, важности ее сохранения, приумножения и развития. И это будет не только полезная, но и самая достоверная информация. Ведь в программе принимает участие Михаил Васильевич Игнатьев, временно исполняющий обязанности главы Чувашии. Еще 5 лет назад вряд ли можно было назвать ситуацию в отрасли культуры простой и понятной. Не хватало средств, не были еще приняты федеральные и республиканские программы поддержки творческих коллективов. Директор Чувашского государственного театра «Кукол» Елизавета Абрамова и художественный руководитель Юрий Филиппов хорошо это помнят. А уж о том, чтобы создать особые условия для посещения театра людей с ограниченными возможностями, речь вообще не велась. Сегодня в республике реализуется программа «Доступная среда». Вот за это вот огромное просто... Огромное спасибо. Деньги вкладываем мы в детей, в людей, молодых людей, в артистов. Вот они дают соответствующий результат. Учреждения культуры в Чувашии обретают новое лицо. Только в 2014 году на модернизацию театров, районных домов культуры и сельских клубов было израсходовано 1 миллиард 900 миллионов рублей. Таких примеров по России отыщется немного. Что же касается театра «Кукол», то здесь в ходе проведенной реконструкции установлены удобные кресла-трансформеры, смонтировано новое светотехническое оборудование, увеличена глубина сцены. Спектакли стали смотреться ярче, интереснее, и это важно для юного зрителя. Театр должен соответствовать происходящим в мире переменам. 30 миллионов рублей вложили, да, последние годы? Надо совершенствоваться. Дети же сейчас через информационные технологии, через интернет скачивают нужную информацию, ненужную информацию. А они должны воспитываться вот в духе, на самом деле, культуры, богатой культуры чувашского народа, русского народа. Как не прийти в волшебный мир сказки, в дом, где сбываются мечты? По залам Чувашского национального музея можно ходить часами. Сегодня это не одно, а несколько зданий. По сути, это музейно-выставочный комплекс по сбору материальной и духовной культуры Чувашии. Здесь собраны предметы чувашской народной культуры, ведущие свое начало с VI века, и национальной культуры, начавшей обретать свои черты в XVI веке. Особое развитие республика получила с обретением автономии. И это тоже отражено в экспозициях. Сейчас ведется подготовка к столетию принятия декрета, намечены крупные мероприятия, издан специальный указ, подписанный президентом страны Владимиром Путиным. Обретя государственность, чуваши прошли путь от Сахи до космоса. Именно с началом этого исторического периода в Чебоксарах открываются и первый вуз, и театр, появляется кино, целая плеяда профессиональных художников, литераторов, композиторов. Чувашский край становится краем, по определению народного поэта Чуваши Педера Хузангая, краем 100 тысяч слов, 100 тысяч песен и 100 тысяч вышивок. У Чувашского национального музея много залов. В особом ряду стоит зал Победы в музейно-выставочном центре. Совсем недавно здесь проходила выставка «Победный май». Центр расположен на Чебоксарском Арбате, в здании, которое в начале прошлого века принадлежало купцам Ефремовым. Сегодня это объект культурного наследия регионального значения. На реконструкцию здания из бюджета республики было выделено 8 миллионов рублей по программе «Развитие культуры Чувашии». В Национальном музее можно узнать не только об истории, но и сегодняшнем дне республики. Одна из новых экспозиций посвящена юбилею народной артистки России и Чувашии Нины Яковлевой. Поспешим в Чувашский академический драматический театр имени Константина Иванова, где она служит. Там продолжим диалог с Михаилом Игнатьевым. Но вначале временно исполняющий обязанности главы Чувашии решил ознакомиться с тем, что сделано в театре по программе «Доступная среда». Пояснение дают директор театра Юрий Владимиров и художественный руководитель, народный артист СССР Валерий Яковлев. По доступной среде кнопка вызова дежурного администратора. Если нажимаем, звонок должен прозвенеть, они с брелком выходят, инвалиды встречают, открывают, ему вручают брелок. Если плохо становится, собой. Какая-то помощь нужна, нажимают и уже выходит помощь. Вот. Система работает? Да. Проверили? У нас подъемник сложной траектории. А вот если включаем, дежурный администратор вот подходит, там, или сами инвалиды уже, которые уже сами могут... Ну, которые не первый раз. Да-да-да. Вот они могут сами пользоваться. Там легко и просто. Буквально здесь 4 кнопки и там 2 кнопки.
очень удобно, ничего не трясет, все хорошо. Вот инвалиды тоже пробовали. Подъехал, нажимает, вот он плавненько автоматически открываться должен. Михаил Васильевич поинтересовался и тем, что сделано по модернизации света и звукотехнического оборудования в рамках его указа по поддержке театрального искусства, и остался доволен. Театр оснащен сегодня самым лучшим микшерным пультом. Сценическая механика позволяет воплотить в жизнь самые смелые режиссерские замыслы. Прекрасные кресла. Спектакль может переводиться сразу на несколько языков. В зале специальные места для инвалидов-колясочников. Индукционная петля для слабослышащих действует не только в зрительном зале, но и в кассе и санитарно-гигиенических комнатах. Коллектив Чувашского академического драматического театра знают не только в республике. Он много гастролирует по стране, пользуется любовью зрителей. Является победителем и дипломантом всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. В труппе 47 артистов. 23 имеют почетные звания. Высокое звание «Народный артист СССР», кроме Валерия Яковлева, носит Вера Кузьминична Кузьмина. В театре она служит 68 лет. В среде. Не только зрители провожают актеров аплодисментами, случается и наоборот. Мы вкладываем определенные инвестиции для того, чтобы облик театров менять, капитально их ремонтируем с одной единственной целью, чтобы и для молодежи это было привлекательно. Сравнивать наши молодые годы с молодежью сегодняшнего периода это нельзя и невозможно, потому что все в жизни меняется, все совершенствуется. Мы на другом уровне сегодня оснащаем театры и для того, чтобы было интересно самим зрителям. Мы вложили сюда почти 30 миллионов бюджетных инвестиций. С одной единственной целью, чтобы капитально отремонтировать помещение, чтобы для артистов было комфортно, для зрителей было комфортно. По доступной среде вложили 1 000 000 рублей, чтобы нашим инвалидам было доступно. Сегодня инвалидов больше стало приходить смотреть театр. Это же здорово. Меняет свой облик и Чувашский государственный театр оперы и балета. Подновлен фасад. Войдя в помещение, обращаешь внимание на энергосберегающие светильники. Установлены они и в коридорах. В санитарных комнатах эстетичные двери. На главной лестнице появились перила. Подниматься по ступеням стало намного удобнее. В фойе новые зеркала. В зрительном зале покрасили стены, установили 900 новых удобных кресел. На сцене появился экран, а за ним установлены 2 мощных видеопроектора. Можно смотреть фильмы, использовать экран для устройства эффектных декораций. Реконструкция идет поэтапно. Больших поступлений бюджетных средств в театре ожидают 550-летию Чебоксар. Это не только библиотека, это многофункциональный, универсальный центр для вообще жителей Чувашии, для наших гостей. Они же обучают еще и работников для работы в библиотечной системе других регионов Российской Федерации. В ходе посещения Национальной библиотеки Чувашии Михаила Игнатьева ожидало сразу несколько сюрпризов. Первый – с порога. Приятный. Много детей. Не по двору слоняются, а к знаниям тянутся. Александр Волков, «Тайна заброшенного замка». А, сказка это, да? Любите сказки читать, да? Да. А в каком классе учитесь? Первый. Первый? Это вам задание дали учителя, да? Чтобы вот эти книжки, сказки почитать. Молодец ты какой, парень. Успех тебе желаю. Давай. А вот и сюрприз от директора библиотеки Светланы Михайловны Стариковой. Вчера посмотрели по номеру, сколько же у нас читателей уже зарегистрировано за 5 последних лет. Оказывается, выше 60-тысячные. Думаем, просто грех не выдать. Торжественно. Спасибо. Этот читательский билет. Спасибо. И снова дети и их родители. Теперь в интеллектуариуме. Хоть и является главной задачей библиотеки сохранение книжных фондов, которые здесь сегодня собрано более 2 000 000 экземпляров, работа ведется по самым разным направлениям, порой неожиданным. Какие вопросы есть? Какие проблемы есть? Что бы еще нужно сделать, чтобы здесь лучше было? Наоборот, хочется поблагодарить тех, кто создал эту комнату. Во-первых, она бесплатная, и во-вторых, что очень нравится, здесь оснащен методическим пособием,
есть это дорогое пособие. Такое пособие мы самостоятельно не сможем. Не каждая семья может позволить себе. Каждая семья позволит, и здесь очень приятно находиться. Национальная библиотека Чувашии оснащена новейшим компьютерным и инженерным оборудованием. К примеру, таким, как планетарный сканер для перевода литературных фондов в электронный вид. Делается это все по единым требованиям и единым федеральным форматам доступа к электронным ресурсам. Воспользоваться ими можно и во всех библиотеках Чувашии и всей страны. Но сохранность первоисточников на бумажных носителях, реставрации книг и газетных изданий является наиглавнейшей задачей для библиотеки. Пояснение дает Татьяна Николаева, заведующая отделом редких изданий. Это эрмология нативная, это ирмысы, песнопения церковные, это Гуслицкая область. Сами умеете читать? Московского. Да, я учила. Мы создаем сводный каталог всех редких ценных книг, которые находятся в республике. Вот это ламинированная газета. Вы заклеите туда их, да? Она, знаете, очень такая технология сложная. Мы отправляли в Санкт-Петербург. Ее сначала разбирают на странице, промывают водой, нейтрализуют, а потом вот ламинируют. И получается, вот она как будто двойная, с двух сторон наклеена. Вот я это увидел. Да. Как-то... И уже дальше разрушаться эта газета не будет. Вот 24-го проведение выборов руководящих партийных органов. Инструкция проведения выборов руководящих партийных органов. При проведении выборов руководящих партийных органов необходимо строго руководствоваться следующим решением Пленума ЦК ВКПБ от 27 февраля 1937 года. Попробуйте нарушить. Да. Мы специально выбирали 37-40 годы, потому что это очень сложный период. Сложные годы, да? И это же как хроника. В зале Геннадия Айги, народного поэта Чувашии, творчество которого прорубило окно в Европу, для всей чувашской культуры очередной сюрприз Михаилу Игнатьеву преподнес Юрий Артемьев, член Союза писателей СССР, профессор Чувашского госуниверситета, доктор филологических наук. Мне было приятно, я счастлив, что последние годы пришлось, мне удалось трудиться над этой книгой, которая называется «Константин Иванов. Жизнь, судьба, бессмертие». Ну, Михаил Васильевич, я от души хочу вам преподнести вот этот маленький мой труд, скромный труд, который, я думаю, в какой-то степени осветит вот эти вот неисследованные стороны творчества и жизни, судьбы нашего великого поэта. Спасибо большое. Спасибо большое вам. Спасибо. За ваши труды. Это не скромный труд, это современный, востребованный труд. Касаясь культуры, языка, письменности, сегодня здесь не только чувашский язык, не только русский язык. Здесь сегодня посетители могут посмотреть, могут ознакомиться 130 языков, которые есть у нас в Российской Федерации, в мире. И данный центр позволяет сегодня скачивать любую информацию, которая есть в базе данных мировой библиотеки, в российской библиотеке. Вот у нас хорошо развивается национальная библиотека, главная, будем так говорить, библиотека республики. А вот на селе как это сегодня происходит? И какие туда выделяются средства? Мы восстановили все библиотеки советского периода. Но сегодня эти библиотеки соответствуют всем тем мировым стандартам. Почему я так говорю? Потому что мы назвали их модельными библиотеками, это во-первых. Во-вторых, они оснащены компьютерным оборудованием. Сеть работает. Я рад и горд за то, что мы, несмотря на сложности и трудности, выделяем средства с одной единственной целью, чтобы люди могли получать качественные услуги на этих площадках. А эти кадры снимались в Цивильске. Так выглядит районный дом культуры. Не правда ли? Замечательно. Он совсем не похож на тот, что был раньше. Посетителей встречает почтальон Печкин. Говорят, что, потерев его за нос, можно рассчитывать на удачу. Печкин в тренде. Читает Константина Иванова. А вот и персонажи поэмы «Нарспи», бессмертного произведения классика чувашской литературы. Ирина Кошкина и Александр Федоров из Поваркасинской средней школы стали победителями районного конкурса чтецов. Это лучшие «Нарспи» и «Сытнер». К выступлениям готовятся и юные танцоры. Руководят ансамблем «Шаг за шагом» братья Алексей и Евгения Александрова. Жизнь в Доме культуры бьет ключом. И что только здесь не происходит. Проводятся экскурсии.
Рядом идет распевка в специально оборудованной студии. Оттачивают свое мастерство участники хора ветеранов. Идет репетиция спектакля. А пенсионерка Людмила Васильевна Андреева постигает азы компьютерной грамотности. И такую услугу оказывает библиотека. В год ее посещают более 70 тысяч человек. Заведующие сельскими клубами Марина Арсентьева и Александр Степанов приехали за очередной порцией вдохновения. Ну и чтобы обсудить план работы с директором Цивильского дома культуры Светланой Смирновой. В Доме культуры у нас очень много формирований. И танцевальных, и певучих. И поэтому в этом году нам очень повезло, что Минкультура выделила нам 400 тысяч рублей на костюм, пошив костюм. Вот детские сшили, взрослые сшили, костюм сцены сшили. Немалые средства потрачены и на оснащение зрительного зала. Здесь все красиво и современно. И честно признаться, особой разницы в сравнении со столичными учреждениями культуры и не чувствуется. Наша уникальная культура чувашского народа является неотъемлемой частью многогранной культуры Российской Федерации, российского народа. И тем самым мы здесь всегда отмечаем, что первично, что вторично. Конечно, предки нам передали эту культуру, этот быт. Мы должны процессы глобализации не только сохранять, мы должны укреплять все это дело. А касаясь, как мы на самом деле работаем в этом направлении, могу сказать, больше стало песен на чувашском языке и на других языках и народностей, которые на территории республики проживают, их 128. Потом наши молодые люди начали одевать костюмы, и не только, дети даже в детских садах одевают эти костюмы. И мы научились подавать теперь эту культуру на другом уровне. Это здорово. На этом наша передача подошла к концу. Всего вам доброго. До новых встреч.